Какая красота! Жалко, что мы всего лишь на 2 недели приехали. Ага. Лишь бы им найти повод поныть. А тебе лишь бы борщить. Идем, покажу вам деревню. Дом Светозаровых. Доят коров, чтобы продать соседям молоко. Дядя тоже доярка? Зачем доярка? Дояр. А здесь живет Игорь Елисеевич, председатель сельсовета. Без ума своего редкого вида кактуса. А фотографии где можно взять? В газете. Дом Егора. Противный Егор. Это еще кто такие? Мама у него трактористка. Самая суровая во всей деревне. С виду девчонки дерутся, как звери. А тут кто живет? Тут живет бабака, колдунья. Она даже своего мужа в ворона превратила. Для того, чтобы тот жил 100 лет и выполнял все ее желания. Отличная идея. Ванечка! Какой красивый зонтик! Кому взял? Василисе. Свататься пойду. Убью! Ну, пап! Чего вам тут надо? Мы готовы выполнить ваши 3 задания, а вы взамен исполните наше желание. В кабинет ко мне. Никого не пускать. От моего бедовика еще никто не уходил. Только через мой труп. Дай сюда. Держи. Игорь Александрович, мы к вам. Мы загадаем желание, чтоб бабка вас в жаб превратила. Надо украсть карту и опередить их. Манюня. Приключения в деревне. На печке спал Иванушка-дурачок. А теперь буду спать на Рене-Корене и Манюне-дурочке. Кино с 14 ноября.